помоги мирным людям. Вот, блин. Выпендривать, что GeForce Experience. Ладно, поехали дальше. Давненько в Сталкера не играл. Защити мир от зоны. Вступи в дом. Скажет, убери оружие, да? Ой, как тут все запутано. Путано. Так, куда надо-то? Это переходы на другую локацию. Туннель, труба, вход в лабораторию, Боров. Освал. В темную долину. Короче, отсюда уходим. Иди своей дорогой, Сталкер. Иду. Не ворчи. Защити мир от зоны. Вступи. Ту игрушку я купил, а? В прошлый раз. Опусти. Да понятно. Пускаю. Какую я игрушку купил в прошлый раз. И так и не опробовал. Я на том месте остановился. И не снимал. Нифига. Вот надо порубаться. Так, давай такую штуку выпьем. Вот так вот. То есть, вот, если ее выпиваешь, выносливость она прибавляет. Да. А так, я помню, ее выпивал, блин. Она там не прибавляла. То есть, ты устал, выпил. Опять два шага сделал, опять устал. То есть, так. То есть, толку от нее вообще ноль было. А, тут еще ворота этого долга, да? Да. Чувак что-то там глючит. Бой с тенью мутит какой-то. Так. Боров. Темную долину, да? Вот под этим углом, значит, пошли. Опусти оружие. В принципе, у меня есть направление на мини-карте. Кто там дышит, бегает? Или это я? Ага, есть какой-то тайник. Тайник по-любому защищен, да? Аномалии какой-то нет. Водка, патроны и артефакт. По-моему, там этот... Жекан, или как он называется? Да, это Жекан. Одиночное ядро, ядрышко. Ё-моё, я не то съел, так сказать. А что такое-то? Почему так радиации много? Как тогда пройти так, чтобы меня радиация не цепанула? Господи, тут ее просто не то что много, тут ее вообще море. Счетчик взбесился вообще не по-детски. Перейти на локацию, да, перейти. Сегодня какой там 3 августа, да, 3 августа уже. То у нас, по идее, где-то с сегодняшнего дня должно быть, по идее, как? Днем жарко, а вечером прохладно. Эй, ты что стоишь, не стреляешь? Нихера себе, ему вообще... Подожди, стой! И? Вот так, да? Эй, дружище, иди сюда. Подлюна. Помоги. Легко, вообще легко. Сейчас отобьем любых бандитов. Давай за мной, буду. Я знаю место для засады. Хорошо. Поможешь, буду благодарен. Долги в долге, возвращаю. Тем более так отбить долговца. Хорошо. Пошли, отобьем долговца. Долги в долги возвращают. Как красиво сказано. Просто, блин. Мастер речей. Погнали, посмотрим. В чем проблема там у тебя. Отбить от бандитов. Да изи.
Не знаю только куда он, мы будем бежать, долго ли еще? Нет. Так, а кто это? Пуля. У меня кошку так зовут, Пулька. Пулька. Родила недавно трех кошечков. Такая трехцветная кошка, прикольная. Ни одного звука не издает. Она понимает это ментально, на подсознательном уровне. Чё делать, когда? Так, все, да, это куда? Так, у тебя что? Ага, у тебя... Спрячься на той стороне дороги. Они скоро появятся. Открывай огонь только после меня. После меня. Там, по-моему, идет твой долговец, слышишь? А, с реки. Кстати, долг фиксируется. Просто тебя открывать. Огонь. Зря. Надо было их издалека перебить. Идут. Сейчас мы их. Да понятно. Как бы тебя, мне тебя не подбить. Давай-ка вот так вот займу такую вот позицию. Ну, стреляй. Чё, дурак что ли? Кто? Пошла работа. Подожди, что я намутил? Я походу ничего что-то сделал, да, не то? Здание провалено, отбить долго. Бля, я маслину поймал. Сука. F7. Блин, ну ё-моё. О, понеслась. Спрячься на той стороне дороги. Ага. Спрячься. Открывай огонь только после меня. О! Слушай, давай этот квест мы помучим. А если я сейчас открою огонь до тебя? Тем более ты занял просто бешеную позицию на середине дороги. Вообще мастер просто своего дела. Пробую убрать. Скоро тебе крышка! Бандюка. Ранули, говорит. Так, одного убили. Убрал и убрал, а вон, смотри, стоит, идет. Отбить долговца, то есть два бандита, ладно. А где чувак, которого мы спасли? Вот он идет. Диалогов никаких. Ну, так. Обрез, артефакт. Сейчас с ним Пуля, еще переговорим. Спасибо, друг. Я, блин, уже с жизнью попрощался. Это вот сталкера благодари, он мне помог. Спасибо, друг. Иди, пообщаемся. Да, хорошо. Что там? Разведку. Прицел дал, это еще. Сколько у него? 1800. Забираю. Ага. Короче, на вот так. Спасти долго. Спасибо за помощь. 5000. О. Забирай нафиг артефакты, мне они не нужны. А вот нужно аптечку, хотя нет. Так, F6. И что там? Где я? Вход в лабораторию. Пленный долговец.
там он уж. И там же этот Боров какой-то там нарисован. Два чувака фиксируются. Ну это те. Ладно. Давай автозахват цели сделай ко мне. Так, не, в этот домик не пойду. Можно на бочку сюда подняться, а? Лучшая позиция будет. Походу нельзя. Ага, смотри, кто-то там есть в этом помещении. Гранату туда ему закинуть, ну ладно, пойдем так сходим. Что это такое, бойлер или что это такое? Масса. Сева покойник, одиночка. Интересно. Тайник Борова. Давай съедим вот это вот. Чувак, дай птичку на. Поднимайся, хер ли ты лежишь? Ты чё? Вырученных слов, если доведется, свидимся. Давай, давай, я F6 нажму. Он зелененький стал у меня. Будем еще по нему метиться. Так. Боров, это что за черт вообще? Ага, вот он что, да? Ты торгуешься? 500 рублей. Можно сказать, что нет. Ё-моё. Я пошёл. Это не я. Я отойду. Отбегу. Если эта тварь сюда... А, смотри, 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 белая... Тьфу, зеленая точка движется. Тот чувак побежал. Он, видимо, эту тварь сагрил. И побежал. Помогите, что-то там. Так, ну ладно, понятно. Цель есть. Цель есть. Туда выходить я не буду. Дурак, что ли, не можешь на пожарку залезть? Ё-моё. А, смотри. Мне надо туда. Прямо. К этому Борову.
Меня походу заметили. Вот смотрите, движение в доме вон есть. Так, чувак отобразился снова, зелененький. Вот видите, движется кто-то. Помогите, помогите. Чё с тобой такое? Ты чё? Ну... Да нет, убери ствол, тогда поговорим. Чуваки, помогите, да? Так, уже 5 человек сосчитал. Кто-нибудь, помогите! Ну, и можно, в принципе, туда ему гранату закинуть. Так. Чуваки, помогите! Меня порежат скоро! Ага. Меня, походу, заметили. А может быть и нет. А, тут я еще и не прохожу. Ну давай, сейчас попробую вам там помочь. Меня порежат скоро! Да понятно. Пошумим маленько. Кто-нибудь, помогите! Ну, у меня, видимо, гранаты бракованные какие-то. Вроде взрыв был, а вроде как и нет. Оп. Мусорку засел. На вышках нет бандюков. Вроде нет. Шум. Там он за дверью стоит, товарищ этот. На краны могу забраться, интересно. Правда, видимо, я уже фактор внезапности плакал. Опа, там уже и нет никого. Да, вон видите, красные точки стали двигаться. А, пальнули меня. Ах, выкупили. Две точки даже. Забрать у Борова ключ в лаборатории. Так. На вышку можно? Влезть. Да, на вышку можно влезть. Замечательно. Неплохо. Позицию сверху занял. Ой, да ладно тебе. Ё-моё.
А, вижу. О нем немного чуваков на предмет вкуснятины какой-нибудь. Так, вижу этот самый типа ямы что-то. Схрон, да? Жди. Ё-моё! Что за... Так... Выбросить, выбросить... В принципе, тоже выбросить. Я тут оставлю. Где еще один был? Я ж видел. У меня на радарчике фиксировалось тело одно. А ладно, давай заберем. Потом, если что, продамся. А, видимо, тайник выше. А надо к нему лезть через верх. Ну давай, давай, ладно, я сейчас... Хочу увидеть его и застрелить. Вижу, что... Ух ты! Ни хрена я прыгнул. В последний момент увидел что-то. А, вот оно как. Хорошо. Это типа по стелсу, чтобы тут пройти. Чтоб не видели через канализацию, там все дела. В принципе, тоже вариант. Или это путь отхода? Устал он у меня. Да, это путь отхода, скорее всего. Блин. Снова туда. Так, это что такое, огненный шар? Выводит радиацию, нарисовано, но при этом выносливость. Почему-то я не могу подпрыгнуть нормально. Странно. Что у меня с выносливостью? Почему она так долго восстанавливается? Это что ли из-за вот этой штуки в рюкзаке? Вес вроде нормальный. Так, тут я не могу выбраться, да, никак? А, тут могу. Вроде. Давай. Хилый какой-то персонаж.
А, да, есть что-то. Где этот рюкзак? Схаваем вот такую штуку. Блин. Уходи. Все равно радиация не вывелась, ты глянь на нее. Что за пистолет? СИП. Удобность. Точность. Ну, он на порядок лучше моего. Патроны к нему какие. Гидрошок. С улучшенным характером пистолетов. Скорость, СИП. Хорошим останавливающим действием. Так, F6 сейчас проверим. Да. Так, еще один артефакт. Как их много. О, это вот похоже на базу уже. Ну, все равно 200 патронов надо потратить, чтобы завалить. А, может, он и прикольный, но мне с глушителем больше нравится. Мой старый пистолет. Этот вот лучше. Состояние лучше. Все, они знают, что я здесь. Это и хорошо. Так, в стройке там где-то он. Как мне туда попадать-то? Сюда, может? Через этажи. Блин, еще. Да, они все там шкерятся. Обходи, обходи эту шелупой! Дыранули его. Погнал я тебя, да? Не мандражуй, пацаны! Обходим! Давай, давай, уходи!
это они подо мной, да, на этаже? Нифига себе их там, ладно. Буду сохраняться здесь, на этом. Дальше продолжим исследовать эту базу. Некоторые точки, я смотрю, двигаются сами. Вот. Все на этом. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.